В октябре национальная телерадиокомпания проводила конкурсный отбор молодых исполнителей песен на чувашском языке. И вот уже есть результаты. Было сложно, но ребята доказали, что они способны на многое. 9 человек стали участниками нового проекта национального телевидения Чувашии и Таванрадио «Ротация». В течение полутора месяцев им предстоит серия мастер-классов, работа над собственной песней и выступление перед публикой. Первый урок по вокалу уже состоялся. С ребятами занималась руководитель вокальной студии «Сингл» Вероника Арисова. Думала, как-то расслабился, как, расслабился какой-то момент, да, ты вообще ни о чем не думала, так тембр у тебя раскрылся, а потом начала думать, как говорят, все великие ошибки от большого думания, да, а исключи мозг. Мозг пусть контролирует только твои эмоции, хорошо? Это уже ребята другого уровня. У них уже мышление совершенно другое, нежели то, что происходит зачастую как бы на наших сценах, если дело касается чувашской эстрады. Хотелось бы как раз улучшения. Тут как раз этот проект позволяет немного как бы поднять на другой уровень.